Ну, всем привет, ребята, вы находитесь на канале Владислав Шиндятин. На моем канале хейтеры с канала Ревелекс. Так что, ребята, вроде бы условия вам всем сказал. Либо не заходите на мой канал, либо заходите и ставите лукасы, либо вообще не заходите на мой канал. Ребята, те, кто смотрит меня постоянно, знают меня с канала Ревелекс в Ютубе. Можете вбить канал Ревелекс. Переходят его подписчики и ставят дизлайки. Пишет гнусные комментарии. Блокировать все это бесполезно. Создают постоянно новые аккаунты. То есть, блядь, скорее всего, либо с этих аккаунтов он и сидит. Дома, наверное, у него там 50 компов. Может быть, нет. Может быть, да. Будут ставить мне дизы, будем ставить ему дизы, будем массово распространять это. Как бы его контент я не публикую никуда. Просто рекламирую его канал, можно сказать так, да? Как бы ты мне ставишь дизы, ну и тебе будем ставить дизы. С уважением относись. Нехрен под каждым роликом дизы ставить и писать гнусные комментарии свои. Относись с уважением, и я к тебе буду относиться с уважением. Слышь ты, Ревелекс, я же могу бесконечно ролики записывать. До скорого, ребята.